Как вернуть деньги, которые вы отправили или получили по ошибке? Допустим, вы отправили через личный кабинет или мобильное приложение банка деньги своему другу, а он их не получил. Выяснилось, что вы ошиблись в реквизитах и сделали перевод незнакомому человеку. Бывает и наоборот. На ваш счет кто-то прислал некую сумму, а вы не знаете за что и почему. Что делать в таких случаях? И можно ли вернуть ошибочный перевод? Рассмотрим два типичных случая. Случай первый. Вы перевели деньги кому-то по ошибке. Вернуть эти деньги можно, но сложно. Как только деньги поступили на счет другого человека или компании, ваш банк не сможет их оттуда забрать. Можно попытаться связаться с получателем и убедить его вернуть вам переведенную сумму добровольно. Если же он не согласится, вы даже можете подать на него в суд. По гражданскому кодексу ошибочное получение чужих денег считается необоснованным обогащением, так что вы имеете право подать иск о взыскании этой необоснованно полученной суммы. Что я могу сделать, если по ошибке отправлю перевод по номеру телефона? Это мгновенный платеж, и его нельзя отозвать через банк. Поэтому позвоните или напишите человеку, по номеру которого перевели деньги. Сообщите, что сделали ему перевод по ошибке, и попросите вернуть эту сумму. Предложите проверить счет, чтобы он точно понимал, что вы не мошенник. Если повезет попасть на честного и совестливого гражданина, есть шанс, что он войдет в ваше положение и быстро вернет деньги. Что я могу сделать, если по ошибке отправлю перевод по номеру карты или счета? Обратитесь в свой банк, объясните ситуацию и спросите, что можно сделать. В каждом банке есть свои правила возврата ошибочных платежей, и менеджер расскажет вам о них. Обычно банк переводит деньги в течение нескольких часов. Если вы свяжетесь с банком, пока он еще не успел провести платеж, операцию можно будет отменить. Если вы указали несуществующие реквизиты, платеж вообще не будет совершен, либо деньги автоматически вернутся на ваш счет. А если деньги уже ушли на чужой счет, то нужно будет прийти в банк и написать заявление о возврате платежа, сделанного по ошибке. Возможно, банк поможет их вернуть. Но надо понимать, что банк не обязан этого делать. А что делать, если эти способы не сработали, а сумма для меня значительная? Можете подать иск в суд. Это, конечно, потребует вашего времени и денег, но если вы твердо намерены добиться справедливости, стоит попробовать. В суд нужно будет представить убедительные доказательства того, что деньги вы отправили именно по ошибке. Например, номер телефона или карты вашей мамы отличается всего одной цифрой от номера незнакомца. Или вы каждый месяц переводите на один и тот же счет по 30 тысяч, а в этом месяце ошиблись. Можно запросить у сотового оператора детализацию звонков и показать, что по номеру получателя ваших денег вы звонили всего раз в жизни, после того, как сделали ошибочный перевод. В свою очередь получатель денег должен будет представить доказательство, что имел право получить от вас эту сумму, например, за услуги. Если таких подтверждений не будет, а ваши аргументы окажутся убедительными, то суд обяжет получателя вернуть вам деньги. Рассмотрим второй случай, когда вам сделали перевод по ошибке. По сути, вы не обязаны суетиться, тратить свое время и силы, чтобы найти отправителя и перечислить эту сумму обратно. Но по закону получение этих денег считается необоснованным обогащением, и хотя никакого наказания за это не предусмотрено, нужно иметь в виду, что владелец денег может в любой момент подать на вас в суд. Поэтому лучше сразу вернуть полученную сумму. Как стоит действовать? Для начала убедитесь, что деньги действительно перевели на ваш счет. Мошенники нередко рассылают смс-сообщения якобы от имени банка о том, что вам пришел перевод а затем звонят и просят перечислить деньги обратно. Прежде чем предпринимать какие-то действия через онлайн-банк или мобильный банк, удостоверитесь, что ваш счет действительно пополнен. Далее убедитесь в том, что это ошибка. Ведь вполне возможно, что эти деньги ваши по праву. Может быть вам решил вернуть долг старый приятель, или управляющая компания сделала перерасчет за отопление. Для этого обратитесь в свой банк и запросите выписку по своему счету, либо платежку, на основании которой пришли деньги. Так вы выясните, от кого и с какого счета пришли деньги. По фамилии отправителя вы поймете, знакомы с этим человеком или нет. Если же это компания, позвоните или напишите ей и уточните, что это за платеж. Если вы намерены вернуть деньги, снова обратитесь в банк, объясните ситуацию. И попросите перечислить эту сумму обратно. В банке есть реквизиты плательщика, и по ним оператор без проблем проведет обратный платеж с вашего счета. Какой бы платеж или перевод вы ни делали, стоит очень внимательно вводить реквизиты. Лучше несколько раз перепроверить все данные, чем потратить немало силы времени на исправление ошибки.